С удовольствием представить нашего сегодняшнего спикера Владимир Юрьевич Жерихин, заместитель директора Института стран СНГ. Приятно. Спасибо, что нам прилетели. Прямо с самого этого я хоп, у меня руки заняты. Сегодня у нас очень серьезная тема о форме и методе политической дискуссии, практика применения в условиях информационной войны. Поэтому 2 часа презентации и последующие 2 часа после перерыва ответы на вопросы. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Вы знаете, я перемещусь вот сюда, вот к вышке. У нас есть Дмитрий, который может я не буду откуда, потому что надо будет мне потом управлять. Ну, когда это начнется? Потому что если я открыть, я буду камеру, это щелкнет. Значит, почему я взял эту тему? Потому, с одной стороны, ну, казалось бы, я тоже так готовился к этому выступлению. Смотрел литературу в интернете, и так действительно есть достаточно много, так сказать, на эту тему работ, исследований. Но при этом тему-то я взял, потому что сам себя чувствую в определенной степени волонтером той самой информационной войны, которая, так сказать, разворачивается и не утихает. Честно говоря, меня не очень устроили, так сказать, те работы, которые я читал. Вы знаете, я бывший физик. У нас вот как-то принято, чтобы учебники писали все-таки, ну вот, Липшиц и Ландау, например, да, известные, знаменитые физики. А вот произведений, посвященных ведению политической дискуссии в условиях той же самой информационной войны, например, страны там, Владимира Вольфовича Жириновского или Гриши Леонтьева, я как-то не видел. Вот как-то пишут люди, которых я, так сказать, честно говоря, не видел на этих фронтах. Или они как-то воюют очень законспирированно. И поэтому в основном хотелось бы поделиться, ну что ли, своими впечатлениями о том, как это происходит, потому что вот в этой ситуации оказался. Тем более, что, так сказать, борьба-то идет в основном на пространстве СНГ, а я как замдиректор Института стран СНГ, естественно, не имею ничего. А когда как чувствовал вообще, Затурович назначил мне директором, руководителем, кроме замдиректорского, руководителем отдела Украины, вот тут на Украине все и началось. И, естественно, началась, что называется, та самая информационная война. Вот что мы имеем, какая обстановка на фронтах этой информационной войны, вот с моей точки зрения сейчас. Во-первых, есть несколько устойчивых легенд, которые на самом деле не очень соответствуют реальности. Например, легенды о том, что война эта ведется так же, как велись сражения во Второй мировой войне. Есть председатель Совета обороны, есть начальник генерального штаба Шапошников, есть великие маршалы Жуков. Да? Они совещаются, покурив трубку, Иосиф Виссарионович дает указания, они пытаются их выполнять. Вот, может, мне очень не везет, но я такой структуры в информационной войне не видел. Скорее, я вижу формы и методы партизанской войны. То есть, каждый воюет как может. Вот эти легенды, что вот там собирают где-то в каком-то месте
дают указания, дают накачки. Я, честно говоря, тоже так думал. До 2008 года, когда в августе однажды проснулся, я услышал о том, что, так сказать, началась война в Грузии, и дал, по-моему, 12 прямых выходов в эфир, хоть кто-нибудь мне, ну, на центральных каналах, да, «Голос России», там, первый канал приехал, я на дачу записал, это самое. Хоть кто-нибудь позвонил и сказал, что надо говорить. Понимаете, на самом деле, и это как было, так и остается. Я, так сказать, ну, многие просто не верят, говорят, ну, это вы все там скрываете и так далее. За все это время и вот грузинская компания, и сейчас украинская компания. Мне, например, никто никогда не сказал, что и как говорить. Надо сказать, я иногда испытываю в этом потребность даже, чтобы понять вообще, так сказать, как. Все-таки это же действительно война, тут уже, так сказать, иногда недоличные позиции и предпочтений. Что, ну, сказали бы, вот надо вот так, да? Ну вот, считаешь, что не так, но ради Отечества готов на это. В конце концов, это, так сказать, это не текучка, когда можно сравнивать позиции и так далее, это война. На это ничего нет. Поэтому, и вы понимаете, в чем дело? Вот эти все теории заговоров, что там где-то есть какой-то библейский клуб, который собирает американских и европейских журналистов и тоже их докачивает, как, что вести компанию, с моей точки зрения, это тоже не так. С той стороны тоже идет партизанская война. И поэтому, когда, например, после августа 2008 года в Тарсе собрали совещание с темой типа, как мы проиграли информационную войну и как этого больше не допустить. Я выступил и сказал, что-то мы, я не очень понимаю, где это мы появились. Если говорить о войне на территории России, мы ее блестяще выиграли, потому что давдающее большинство населения поддержало действия нашего правительства. Если же говорить о ведении информационной войны на территории противника, то извините, у нас не было ни пушек, недометов на территории противника, информационных, для того, чтобы всерьез вести эту войну. Кстати, после того как раз и появилась, надо сказать, так сказать, как бы это понял не только я, конечно. Многие это поняли, и появился та самая Russia Today, да? Который какой-никакой, но все-таки, так сказать, небольшой миномет есть, который можно стрелять на территории врага, на территории противника. Да? А до этого ведь этого ничего не было. Потому что это уже выглядело парадоксом, когда «Голос России» вещал в основном на коротких волнах, на, так сказать, по инерции, как «Голос Америки», когда уже на Западе давным-давно не осталось ни у кого коротких волновых приемов. А у нас сейчас поискать вообще. Вряд ли кто найдет дома, да? Может быть, какой-нибудь старый ребенка, да? Вот. То есть это все было, так сказать, в эфире, в пустоту, в пространстве. Поэтому, на самом деле, да, мы победили на своей территории. Они победили на своей территории. Да, какие-то, так сказать, элементы внутренней партизанской войны у нас были. Некоторые люди говорили, что это мы напали на Грузию, наши же люди, да, они даже это произносили, да, так сказать, на довольно распространенных средствах массовой информации, хотя это, конечно, не повлияет. Ну и в интернете. В интернете я сейчас скажу. Но это самое. У них там сам. Какие-то леваки там, так сказать, все время говорили, а вот на Россию там льют
неправду, на самом деле Россия, так сказать, виновата, она защищена. Вот. Но это тоже, так сказать, были такие отдельные там, партизанские отряды, которые влияли на общее настроение, так сказать, западного населения. Сейчас мало человек этого изменилось. И самое главное, тот инструмент, который очень активно начали развивать на Западе, и вслед за ними начали развивать мы, на которых были огромные надежды, которые считали перевернет все, так сказать, все на свете, оказалось, что его возможности явно переоценили. Потому что интернет не стал механизмом влияния на настроение широких народов. Хотя широкие народные массы в основном занимаются тем, что себя в интернете. То есть вот эта свобода и многополярность, многофакторность, возможности высказывания и получения различных позиций и мнений в интернете привели к тому, что в итоге это особенно видно в Фейсбуке. Каждый создал свою компанию, свой круг средств массовой информации, который соответствует их изначальной позиции, а других он не читает, не смотрит, да и не слушает. И воздействие интернета, по сути, оказалось нулевым. Вот как по имени. Вот уже, так сказать, идет там Украина, Россия, как, так сказать, происходит на фронтах информационной войны. На Украине можно смотреть в интернете любой российский канал. Запросто. Я вот во Франции недавно в отпуске смотрел все российские каналы через Wi-Fi, через интернет. Они официально они не даются, да, а через другие сайты все это дается. В России можно смотреть украинские каналы? Можно, пожалуйста, включаешь, и чего-то идет. Сейчас, извините, я отключу это все время журналисты переписали. Никто ж не смотрит. И получается ведь на той же самой Украине так. Как бы, кто утром встал, того и тапочка. Да? Кто вещает на этой территории, таковы и настроения населения. Это печально, но это факт. И здесь, ради Бога, давайте не будем, так сказать, впадать в снобизм и говорить, вот оно какое бестолковое население, оно, так сказать, кто ему чего излагает, кто ему чего втюривает, того он и слушает, и те взгляды и позиции поддерживает. На самом деле мы должны понимать, что мы как бы политические существа, для которых это как бы пространство нашего существования в большей и меньшей степени, но это так. Мы в этом пространстве находимся как бы в ситуации профессиональной. Мы сравниваем позиции, мы оцениваем позиции, мы выбираем наиболее с нашей точки зрения позицию, ну что ли, не то что близкую нам, не обязательно близкую нам, но наиболее убедительную. Для подавляющего большинства населения, вообще-то говоря, новость о том, что происходит на Донбассе, как это не печально, и о том, так сказать, за кого вышла замуж Ксения Собчак, абсолютно равна. Вот, то есть это, так сказать, информационный фон, а основные их проблемы, основные их, так сказать, интересы, основной их аналитический аппарат
если говорить об интеллигенции. Он нахожен на другие, на узкопрофессиональные вещи. И здесь, так сказать, начинает работать механизм, механизм, который скорее свойственен религиозному сознанию. То есть человек, так сказать, раз восприняв что-то, поверив этому, уже начинает выбирать свою, так сказать, это самое, того, кто поддерживает его в этом, отбрасывает того, кто не поддерживает и так далее. То есть в итоге мы имеем такую вещь. Где властвуют украинские средства массовой информации, там большинство населения поддерживает позицию украинского, киевского управления. Где властвуют российские средства массовой информации, там. Хотя есть особый случай, который, так сказать, с кем я разговариваю, вы, насколько я понимаю, до сих пор имеете возможность получать и ту, и другую информацию. Вот. И вот уже вот в этой вот честной борьбе, когда и те, и другие, все-таки, насколько я понимаю, побеждают все-таки российские средства. Вот. Что касается как бы Запада. Конечно, ну, ребят, молодцы, Russia Today, я, так сказать, много с ними работаю, кстати, в основном с арабской редакцией, потому что я точно знаю, что арабы на порядок больше смотрят Russia Today, например, на арабском языке, интересуются, чем люди англоязычные. Вот, то есть это не, здесь там все-таки процент на 80 пустоты летит. Есть, конечно, слой англоязычных, которые тоже интересуются, но значительно меньше. Но я недавно был, на Новый год поехали в Шарм-эль-Шейх, очень любит центр. Наконец, господин Сиси навел порядок, видите. Вот, это самое, сижу на пляже в кафе, хозяин кафе приносит мне пиво, я мне не заказываю. Такому человеку, который к телевизору выступает, я не могу не принести его. Я думаю, ну наконец, первого гонораза выступления. Кстати, распространенный видео, что те, кто вот в ящики швыряет вообще это, так сказать, получают горы золотые, никто никогда ни копейки не платит. Ни в каких. Вот самое интересное вот в этих ток-шоу бытовых, там кому-то платят. Во всех политических ток-шоу, интервью, выступлениях, во всем чем угодно, никому ничего не платят. А Шустер платит. А? Шустер платит. Кто? Шустер, Салик Шустер очень хорошо платит. Вот, вы понимаете, у нас в России, я просто узнавал, на Западе это тоже, так сказать, нонсенс. Тоже действительно получается даже какие-то парадоксальные вещи. Например, на любом ток-шоу сидит вот эта вот публика, которая по команде хлопает. Так вот, те, кто по команде хлопает, они платят что-то, по-моему, 500 рублей за запись передачи. А те, кто создает смысл в этой передаче, ничего. Ну, это... А они платят? А? За участие в ток-шоу не платят. Кому? Нет, организаторы, они же имеют рекламный выезд, да? И если большой рейтинг по передаче, то это самое, телекомпании получают очень большие деньги. Но это ладно, это отдельная песня, дело-то все не в этом. Вот, и поэтому на Западе, конечно, опять же, давайте не будем, что там кого-то собирают, кому-то чего-то там дают инструкции. Это коллективное, во-первых, коллективное, бессознательное, да, Россия плохая, так сказать, начальство решило, мы должны это выполнять, так сказать, иначе. И второе, действительно, система, так сказать, обратной связи, она, конечно, там работает, и, честно скажу, немножко начинает работать у нас. То есть, можно сказать все, что угодно. Но на следующий раз тебя не позовут. Или контракт не продлят.
Или, ну, в общем, вот, как это, самоцензура это называется, да? Но это факт, и это есть, безусловно. Ну, потому что все-таки, так сказать, целенаправленные действия государств и там, и здесь, они все-таки, безусловно, присутствуют, хотя вот только вот пока что, скорее в такой форме, чем в форме, так сказать, инструктивных накачек. Вот. Поэтому, если говорить о том, что у нас происходит на фронтах информационной войны, то надо честно признать, что ситуация не изменилась. Мы побеждаем на своей территории, побеждаем с большим счетом, с разгромом, я бы сказал. Мы не можем как-то серьезно повлиять на территорию западную, занятую как противником, оппонентами, и не только на Западе, но и, как мы видим, например, на Украине. Да, будем прямо говорить, что в существенной степени, если говорить об СНГ, тоже в этих странах все-таки тамошнее начальство, в первую очередь, определяет информационную политику. Ну, вплоть до того, что, например, в той самой Беларуси не все наши передачи Первого канала транслируются. То есть там перекрываются некоторые наши, особенно острые, ток-шоу, передачи, фильмы и прочее. Это как бы не очень заметно. Но это, например, то же самое казахстан. Вот. Теперь я хотел бы просто рассказать по своему опыту участия во всей этой информационной работе, ну, какие есть особенности, ну что ли, особенности работы, особенности действий в разных формах. В разных формах, собственно говоря, информационной деятельности в рамках информационных войн. Но при этом я, так сказать, последний, постараюсь еще один гвоздь групп интернета забить, то есть вот совершенно определенно, что интернет оказался негодным инструментом, это начинают понимать, постепенно сокращают финансирование там разных структур и у нас, и у них, и везде, инструментом именно целенаправленной агитационной работы соединения. Он за счет своей, так сказать, многозначности и прочее показался, так сказать, скорее, да, вот людей уже убежденных из своей секты, что называется, политической. С помощью интернета можно больше убеждать, больше, так сказать, мобилизовывать, на всякие митинги вызывать и так далее. Но вот из одной секты в другую кого-нибудь переводить практически невозможно. Значит, собственно говоря, вот с моей точки зрения, из чего состоит информационная деятельность. Во-первых, интервью. Интервью бывают короткие, типа стендапа. Интервью бывают развернутые, когда приглашают в студию или приезжают, ну, так сказать, раздумчиво ведут беседу. Во-вторых, значит, это радио. Не надо, так сказать, недооценивать этот механизм воздействия, потому что чем больше организации населения, чем больше пробок, тем больше рейтинг, казалось бы, уже помиравшего радио, который иногда даже, так сказать, по количеству слушателей обгоняет и телевидение.
особенно по пятнице. В Москве совершенно точно вечер. Вот. И чем отличается радио от телевидения? Все-таки телевидение очень сложно. Практически на это рукой махнули, никто уже не делает, ввести интерактив. Тем более, что в России есть специфическая особенность. Действительно, многие передачи, о которых объявляют, что они идут в прямом эфире, они действительно идут в прямом эфире. Но они все идут в прямом эфире на Дальнем Востоке. Потому что у нас такая страна, что значит, невозможно, когда они спят, другие, так сказать, садят руки. И поэтому подавляющее большинство их записывается днем, идет на Дальний Восток, кроме «Время покажет», который раньше делался наоборот. Сейчас они там в той же системе вернулись, а раньше делался наоборот. То есть то, что шло в прямом эфире на Москву, ну и, соответственно, на Крым, потому что один часовой поезд, на Дальний Восток шло на следующий день. Но сейчас они тоже вернулись к тому, что... Вот. Поэтому, значит, интерактив на радио. Всякие, ну, передачи наиболее популярной радиостанции, это особое мнение на «Эхо Москвы», это «Пиджаки» на «Говорит Москва», это «Умные парни», да. Русской службы новостей. Потом, значит, поединок. Условно говоря, поединок, потому что такое, так сказать, это отнюдь не ноу-хау Владимира Ивановича Соловьева, передача «Поединок». На «Заре», если кто помнит, Саша Любимов, у него была передача «Один на один», практически в том же формате. Но только единственное, без участия секундантов. Вот. Ток-шоу. Политика, право голоса, имена его, право знать, ну и там, сейчас четко он смотрит количество этих ток-шоу. Именно политические, да? Это тоже такой популярный распространенный инструмент, который, хотя я поработал, когда будем разбирать, я скажу, что я достаточно критически отношусь к эффективности этого инструмента. Ну и, наконец, публицистические статьи в условиях информационных войн. Они тоже, так сказать, имеют определенную специфику, о которой стоит поговорить. Ну, во-первых, начнем с короткого интервью. Ну, а я сижу как. Не пошло? Да, вы пойти. Из националистических объединений, проще говоря, хорошо организованы обученные боевики. Мы сейчас видим на Украине и несколько удивляемся этому, так сказать, сочетание прозападных либералов с откровенными националистами, то есть такого западника, такого классического типа Яценюка, например, с таким крутым национолюбой, скажем так, Тернебоком. И они явно использовали, опять же, эту, так сказать, боевую единицу националистов, пытались использовать для решения своих задач. Такая опасность существует и у нас в России. Мы видели, казалось бы, совершенно парадоксальное и несовместимое единство на болотной националистов с нашими отъявленными либералами. За эти вопросы отвечает минут 4-5, естественно, отбирающей головы остается 15 секунд. Вот. Остальное обычно, ну, скажем так, первый канал России эти не грешат, потому что у них собственные мощные политические структуры, а каналы поменьше, остальное, то, что говорит говорящая голова, идет дикторским текстом, как бы определить программу. Но есть правила игры,
Вроде бы они имеют право это сделать. И, так сказать, вот просто имейте в виду, что действительно имеете право это сделать. Ну, прямо скажем, Боря Романова, когда она работала еще на MTV, так сказать, вообще практически весь свой тусов сначала меня запишут на полчаса, потом 15 секунд даст, а все остальное, значит, говорит вроде своим голосом байдист. Ну так, ну и учитывая, что у НТВ аналитиков нет, но я всегда на это соглашался. Другое дело, что, например, я на 2 года поссорился с НТВшниками, потому что они пару раз приехали, записали, Биткова Вода отговорила мои мысли, но меня не показали. Ну это было как бы, знаете, обидно, да? Вот. Но они вообще, так сказать, грешат, ну что ли, нарушение журналистского кодекса поведения НТВшников. Второй, например, у меня был с ними конфликт, они приехали. Мы вот тут снимаем фильм про Лукашенко, знаю, что мы к нему не очень хорошо относимся. А о чем вы хотите спросить? Вот мы по экономике что-то. Ну, по экономике я им где-то 40 минут рассказывал про белорусскую экономику. Причем и плюсы, и минусы, ну, как положено. В итоге они сделали такой наезд на Луку Ломовой. А меня оставили только одну фразу. Лукашенко хочет не просто власти, а хочет абсолютной власти. А к чему я это говорил? Я просто объяснял, что это дело тут не в том, что он такой сякой нехороший, дело в том, что у них страна-корпорация, где он председатель совета директоров, и он корпорация успешно конкурирует на нашем внутреннем рынке, как отдельная корпорация. Поэтому никакой там стране корпорации, я даже привел пример этого посла Сингапура, который как-то спросил, а как у вас демократия будет? Никак. Я говорю, а как у вас с конкуренцией? Вы тоже никак. Я говорю, а как же? Говорит, понимаете, у нас страна корпорация. Вы когда-нибудь видели, чтобы на фирме Ford была демократия? Или была конкуренция между подразделениями? То есть он как цельная Беларусь выступает на нашем огромном рынке. Для этого нужно, чтобы внешний рынок был значительно больше внутреннего. Для Сингапура это весь остальной мир, для Беларуси это российский рынок. Вот это все говорил, они вот выдернули. И после этого такой сякой диктатор, там, последний диктатор Европы, ненормальный там, диагноз и прочее. Ну, это, ну, некрасиво. Второй раз они ко мне приехали и по поводу белолеточек меня допрашивали. Минут 40. В итоге я им все сказал, что думаю, но так сказал, что в итоге они не смогли выбрать ни одного слова из моего выступления. Слава Богу, меня не показали. Что касается, возвращаемся к коротким интервью. Конечно, те говорящие голуби, которые приезжают, в общем-то, в основном готовы к ответу на вопрос. То есть они, так сказать, с утра посмотрели интернет, проанализировали ситуацию, оценили, так сказать, реакцию тех всех 5-10 и выработали собственную позицию. Но это бывает не всегда. Поэтому совет тем, кто дает короткое интервью, такой стандарт так называемый, да? Потому что нет времени выставлять свет, поэтому предпочитают на улице, а не в помещении, и стоит это делать. Все-таки, когда звонит, говорит, вот Владимир Леонидович там или кому-то еще, да, вот мы хотим вас спросить по такому вопросу. И дальше изложить новостной пункт. Человек может, ну, у него совещание, у него какие-то свои дела, он пишет статью на другую тему и прочее, прочее, прочее. Вот что, так сказать, он мне, так сказать, его надо ввести в курс. И вот я заметил, вот, так сказать, представители таких серьезных телекомпаний, серьезных информационных агентств обязательно это делают. Другое дело, я понимаю, нет, ребят, спасибо, я, так сказать, в курсе, я помню. Но они всегда, так сказать, это дело. Второе, все-таки надо постараться быть самому в курсе проблем. Не чисто формально, вот редактор написал вопрос, и вот эти вопросы выдаешь,
Ну иногда вот совсем каких-то таких компаний, типа RTVI, приезжай просто оператор и по листочку зачитывай. Ну, что делать? Но когда приезжает корреспондент, он должен быть все-таки в курсе. Потому что должна быть обратная связь. Потому что, ну вот, например, ну, когда там приезжает этот человек, да, все-таки когда приезжает, ну, к опытному, к опытной говорящей голове, он приезжает с набором вопросов. А опытная говорящая голова уже имеет, так как, так сказать, уже проанализировал ситуацию, ответы на эти вопросы. И когда он задает первый вопрос, обычно отвечает на все вопросы, которые дальше будут. Но когда журналист начинает задавать вопрос, на который уже ответил, как-то становится как бы общаться не очень приятно. То есть человек, да, он даже не слушает, значит, то, что говорит, да? Не анализирует, что человек уже ответил на этот вопрос. Вот надо все-таки быть немножко в теме. Понимаю, журналистское дело такое сегодня. Сегодня про колхоз, завтра про Обаму, послезавтра, так сказать, про какой-нибудь мотоциклетный праздник, понятно, что это журналистский праздник, но все равно надо, так сказать, быть в теме. Что же касается давать интервью, как тот, кто дает вот интервью, надо четко понимать, что от тебя оставят 15 секунд. Поэтому мысли надо выражать очень коротко и образно. И тут, так сказать, вот подходы издалека, забеги и так далее, это к большому интервью. Здесь это не проходит, здесь это отрежу, и тогда вообще непонятно, что ты скажешь. Поэтому вот, так сказать, это самое главное. Короткое выражение мысли. И надо понимать, что одна, две, ну, максимум три мысли, это уже редактор выберет, как у него ляжет в его, сам, в его общую концепцию. Но при этом все-таки использование какого-то образа, сравнения, вот, и это, ну что ли, ведь политик на самом деле подавляющее большинство вещи включит. Не очень интересно. А ее все равно надо людям продавать, то, что называется. Поэтому какое-то образное сомнение, неожиданное перепрыгнуть. Вот обратите внимание, я здесь вот, так сказать, сделал, да, как бы и не сравнивали. Вдруг взял, сравнил, значит, это Яценюка и Тернебога, по сути, с Касьяновым и Поткиным, да? Никто не сравнивал, а действительно похожи, да? И действительно у нас намечался, был момент, намечался арест. То есть вот такого рода, так сказать, вещи надо делать в коротком интервью. И знаете, вот короткое умение брать короткое интервью, это, собственно говоря, главная возможность для начинающего журналиста стать не начинающим, продвинуться. Потому что молодым журналистам не очень доверяют брать большое развернутое интервью. Тем более собственные передачи, там, делать, вести и так далее. А вот раз попал, так сказать, с тем, кого интервьюируешь, в точку, хорошо легло в концепцию редактора. Второй раз, третий, он отметит. Он почувствует, так сказать, это как раз то, что называется, так сказать, классовая работа, которую можно проявить с теми ограниченными возможностями, которые выпадают начинающему журналисту. А начинающему журналисту хлеб – это короткие интервью, стендапы, приезжай туда, через 40 минут там будет, через час приводит время. Это значит короткий интервью.
Есть другая, так сказать, тема, это развернутые турниры. Ну, вот, Сергей Петра Порошенко, 14 сентября президента Украины, своеобразная круглая дата пребывания власти, несмотря на то, что ему не удалось выполнить главное предвыборное обещание установить мир в Донбассе. У него самый высокий рейтинг среди действующих украинских политиков. Подробнее об этом поговорим с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным. Он гость нашей студии. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Порошенко сейчас имеет самый высокий рейтинг среди действующих политиков страны. Чем можно объяснить такое доверие населения, сохраняющееся? Ну, и, мне кажется, вот несколько факторов. Главный фактор все-таки состоит в том, что страна находится в отчаянном положении, а в этом случае, ну, люди, естественно, консолидируются вокруг того человека, который символизирует какую-никакую власть. Это первое. Второе, конечно, надо учитывать, что значительная часть тех людей, которые могли бы составить ему конкуренцию в рейтинге, они или как бы сметены с политической карты Украины, политической арены, или, ну, что называется, подзатихли. Например, очень скромно по сравнению со своими известными возможностями ведет себя, например, Юлия Тимошенко. Но о нем еще поговорим, о Юлии Тимошенко. Что касается Порошенко, это лидер, как по-вашему? Или же вот так сложились обстоятельства у него? Или он действительно внутренний лидер? Может повести за собой людей? Понимаете, в чем дело? Здесь ведь вопрос, с одной стороны говорят, да, действительно, то, что он обещал, а он обещал немного, он как бы выполнил, ну, кроме самого главного обещания, действительно, стабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины. Но ведь, кроме, так сказать, обещаний, был некий вот, мы видим немножко другой, так сказать, другой уже, другой жанр. И здесь и поведение интервьюера другое, во-первых, он в кадре, в отличие от стендапа, где в подавляющем большинстве случаев максимум, чего от журналиста остается, это рука с микрофоном, на котором написано название телекомпании. Здесь он в кадре, значит, он, так сказать, является тоже активным участником. Вот здесь уж совсем не обойтись без знания предмета. И вот мы видим, что вопросы, которые журналист задает, ну, сейчас мы как бы где-то в чем-то эти вопросы уже тянут на, так сказать, ответы политолога. То есть он выступает как политолог. Уже в вопросе у него есть определенная собственная позиция, собственные ответы. И эту позицию надо вот в таком большом интервью демонстрировать. Иначе вот, так сказать, списочек вопросов, которые пробубнил и без обратной связи получил, здесь уже не проходит. Здесь зритель сразу почувствует. Расположить себя собеседника, это достаточно важно. И личное обаяние, которое надо, так сказать, не закапывать в виде там скромности поведения, когда его надо проявлять. Вот вы понимаете, у меня есть люди с разными совершенно политическими взглядами, но у одного, например, взгляды очень близкие к моим, да, вот господин Будкин на двоих в Москве. А у другого, например, вот Кости Эгер, он на Кирсак ТФ работает, у него взгляды отлично такой либеральщий, я бы сказал. Вот. Но и с ними другим мне очень приятно вести беседу. Вот. Они прекрасно умеют задать вопрос, так сказать, подхватить мысли собеседника, развить ее, так сказать, уточняющий вопрос задать, и так далее. Вот с ними, так сказать, хорошо выйти. Я, кстати, проводил пример именно родинах, потому что как-то концентрация таких действительно выдающихся журналистов, она как-то парадоксально, скорее, брать, с моей точки зрения.
чем по телевидению, может им там легче, то легче. Тот, кто дает вопрос, конечно, должен знать предмет, предмет, так сказать, интервью. И знать достаточно хорошо, потому что, ну вот этот эфир, например, был в Фейбу. Это самое. Поэтому, конечно, каждый, так сказать, из тех, кто становится постепенно говорящей головой, проходит этап, когда каждый звонок, каждое приглашение на интервью и так далее – большая радость. И отказываться, особенно если это позвонили с первого канала, с России, там 24 и так далее. Но в какой-то момент надо остановиться. Иначе ты будешь балабон ни о чем, и тебя забудут. В какой-то момент, вот примерно вот сейчас у меня, например, треть звонков, мне звонит и говорит: Владимирович, мы хотели, чтобы вы вас записали. Говорю: какая тема? Я говорю: такая тема. Я в этой теме ничего не понимаю. К кому обратиться? Я говорю: к кому обратиться? Помогаю вот так. Да? Но вот это вот, так сказать, самое увлечение для тех, кто, так сказать, особенно когда на развернутой интервью, это обязательно. Иначе, ну люди видят тут же, когда человек начинает скакать по общим местам, когда не чувствует, не знает реальную ситуацию. Это, в телевидении там есть два момента в телевидении. Первое, оно вот так раздевает. Так что вот в прямом разговоре, когда есть, так сказать, присутствие человека, присутствие, так сказать, вот его живьем, это не так заметно, а телевидение сразу высвечивает. Это первое. И второе, это вот надо учитывать всегда, и тем, кто ведет интервью, и тем, кто его дает. В конце концов, когда короткое интервью, общая эмоциональная атмосфера создается редакцией. Вот в этом сюжете, которые тебя только встроили. А вот в большом интервью эмоциональная атмосфера создает тот, кто берет интервью, тот, кто дает. И надо все время учитывать, что экран срезает эмоции 5 раз. И когда, так сказать, вот здесь казалось, я абсолютно, да, спокойно говорю. На самом деле в студии я достаточно энергично, так сказать, вот это все продвигал, так сказать, с определенными эмоциями, они гасились. Это надо вот этот момент, в развернутом интервью надо серьезно учитывать. Теперь, значит, интерактивное радио. Тот самый интерактив. Микрофон Евгения Волгина, всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». И у нас в гостях замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373-248, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Еще есть Твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру». Итак, все готовятся и ожидают саммита в Минске, который все-таки должен состояться 11 числа, но вот в пятницу были переговоры в Москве. Что показали? Что показала эта встреча, Саша? Ну, судя по тому, что она имела все-таки продолжение, во-первых, она не имела информационного продолжения, потому что если бы имелось какое-то информационное продолжение, было бы даже хуже, да, потому что конечная некая величина. И в то же время она имела организационное продолжение, то есть предполагается, вот сейчас идет встреча замминистра иностранных дел Германии, завтра вроде бы предполагается, встреча в Минске в Минском формате, а послезавтра в Минске в Нормандском формате. То есть если такое, так сказать, такое продолжение есть, можно предположить, что все-таки какие-то возможности для компромисса, подчеркну, в этом составе найдены. Ну вот, это как очень перед Минском дворе предсказал, что будет. Что там будет достигнуто какое-нибудь соглашение, но дело-то не в этом. Значит,
интерактив на радио, он, безусловно, обладает своими особенностями, потому что, ну вот, там по-разному родички себя ведут. Сверхдемократичное эхо Москвы осуществляет предварительное прослушивание радиослушателей, прежде чем запустить этот эфир. А абсолютно правительственное и антидемократическое говорит Москва, пускает в эфир прямо. И иногда люди даже как бы не могут понять, так я в эфире, что ли? Да, а как это? Ну вот так. Но единственное, там все-таки есть какая, вот кто попался уже там на дурных словах, произнесенных в эфире, которые ну совсем как бы не совсем нормальные, там они просто их телефоны в черный список записывают. Но это единственное, что они делают. Поэтому вопросы могут быть самые неожиданные. И здесь, так сказать, хороша острота реакции. Что касается ведущего, то вот он действительно, это совсем не помогает тому, что выступает, так сказать, пить с ним, что называется, в одну минуту, на самом деле. На самом деле это становится слушателям мало интересно, все-таки, так сказать, надо, так сказать, пытаться задать непростые вопросы для того, кто выступает, чтобы он, кстати, этим и помочь, чтобы он раскрыл, так сказать, свою позицию, которая иногда ему кажется очевидной, так сказать. Вот он сказал тезис, а его не очень обосновал, потому что ему кажется очевидным. И вот, так сказать, вот, начать ковырять, он как-то свой тезис подкрепил, долго, чтобы и слушатели поняли. Вот, поэтому это вот первое. Но при этом слушатели должны понимать, какова позиция у ведущего, его позиция. Потому что есть действительно редакционный политик, в конце концов. И это не имеет ничего общего с отсутствием свободы слова. Эхо Москвы, своя редакционная политика, например, говорит Москва или Русская служба на России, другая редакционная политика, она есть. И все-таки ведущий выступает от имени, так сказать, своей радиостанции, имеющей вполне определенную реноме, вполне определенную позицию. И поэтому я откровенно вот, говорил тому же самому. Он, конечно, очень талантливый человек, любой хороший товарищ. Сереж, да, я ему говорю, Сереж, ты иногда вдруг в своих утренних передачах начинаешь оригинальничать и выдавать, что называется, поперек того НМ, который сложился вокруг твоей радиостанции. Это немножко, так сказать, не очень, мне кажется, не очень здорово. Оригинальность это хорошо, но когда оригинальность уже начинает ломать сложившиеся представления оппозиции политической радиостанции, это не очень здорово. И вот самое главное, плохих пиджаков не бывает, бывают плохие вопросы. То есть все-таки успех передачи в таком случае зависит от ведущего, так сказать, и от редакции. От редактора, который приглашает. Если плохой пиджак, почему тогда вы его пригласили? Да? Образно выражаясь, пиджак. Мне не нравится, кстати, ни та, ни другая название. Сначала это была Кудаенко, вот эти «Умные парни». У меня просто короткое название, а вот сейчас передача «Умный парень» выступает. Я даже однажды сходил с внучкой на представление Полунина, принес большой этот и подарил большущий значок, вот такой, который написал, я большой дурак. Я говорю, вот, пожалуйста. Вот, ну ладно, так сказать, речь понятная, идет о ком, но просто они приглашают экспертов, кто их думает. Но тогда они должны, так сказать, знать, кого приглашают. Знать, кого приглашают, и знать, как
помощью вопросов расшевелить этого человека, показать его наиболее интересные, наиболее занятные для слушателей позиции и так далее и тому подобное. Поэтому и самому, когда вот, так сказать, попадаешь в эту ситуацию, слишком многие начинают, им кажется, что они понравятся слушателям тем, что они как бы, представляя некого усредненного слушателя этой радиостанции, начинают говорить не то, что они думают, а то, что они думают, что это понравится этому слушателю. И это слушатель сразу чувствует. Когда человек говорит не свою позицию, а ту позицию, которая понравится. В конце концов, это абсолютно правильное поведение для кандидата в депутаты, в президенты и дальше по списку. Тебя никуда не избирают. Поэтому, так сказать, ты не можешь понравиться всем, некому усоединенному радиослушателю. Ты понравишься тому радиослушателю, который разделяет твои позиции. И хоть скоро тебя пригласят на эту радиостанцию, все-таки обычно эти радиослушатели большинство, но не более того, не стараются, так сказать, потратить силы. В конце концов, да, есть инфекционная политика. Но она есть. Вот меня часто приглашают действительно на пиджаки, на умные парни. Последние года 4 меня перестали приглашать на их Москву. А тут это совсем занятно получилось. Меня традиционно приглашали всегда на все мероприятия американского посольства и на юбилей годичный. Все время это празднуют, причем празднуют в музее Церепели. Нравится чем-то эта площадка среди фигур Церепели. На юбилей «Эхо Москвы». И вот одновременно меня перестали приглашать в американское посольство и на «Эхо Москвы». Я это чувствую как награду. Вот что касается, значит, интерактива на радио. Конечно, не просто вопросы бывают, так сказать, тем более, когда нет редактирования, вопросы бывают самые. Вот самое главное, очень сложно бывает удержаться, не начать наезжать на радиослушатель. Потому что если даже он абсолютно не прав, если он задал полную ересь и так далее и тому подобное, все равно любой наезд на радиослушателя, те радиослушатели, которые не разделяют его позицию, все равно воспринимают как наезд на себя людей со стороны выступающего. Поэтому благодарите, кланяться, вот тут вы правы, мы до конца. А если говорить честно, то не совсем. А если вы говорите совсем честно, то совсем. Ну, вот как-то вот так. Ну, дальше начинаются как бы наиболее, ну что ли, казалось бы, наиболее выигрыш, но с моей точки зрения, наименее влияющие на, так сказать, пропагандистскую деятельность телевидения вот эти вот ток-шоу форматов типа поединка. Там действительно 90% эмоций, а не более 10% смысла. И вот, так сказать, это один первый момент, связанный с, так сказать, вот с тем, как строится эта передача. И поэтому не случайно так тот же самый Соловьев так любит Вольфовича. Потому что вот густок эмоций. Он, так сказать, создает вот этот эмоциональный накал. Но у ведущего ключевая роль, но ему не надо стараться стать участником. Вот, Соловьев опять талантичный, ничего не скажешь,
позиции у него вот мои. Но я считаю, что он часто переигрывает с тем, что он все-таки становится этим участником. И это на самом деле не очень красиво. А вот бывают моменты, что я не знаю, в конце концов, там ведь за кулисами это мы все Соловьев, там за кулисами работает команда. Может быть, это ошибка команды. Я в качестве фигуранта поединки ни разу не выступал, не боролся. Но, по-моему, раз пять я был в качестве секунданта. Это у Макова, Затулина, кто там против команды, вот эта женщина у нас все про американскую заговору. Нарочницка? А? Нарочницка? Нет, не Нарочницка. Такая вот недавно появилась, она из Америки приехала. У Крашенинникова против этой команды. Вот. И последняя, еще с кем-то ходили, последняя, где я участвовал, я этим горжусь. Я был секундантом, ну, это сейчас называется экспертом, все равно, эксперт на той стороне, да, у Олеси Мазины. Вот там, с моей точки зрения, то ли Соловьев, то ли его команда совершили ужасную ошибку. Они, ну, это вот чисто интеллигентское, они знают, кто такой Олеся Мазина. Но подавляющее большинство нашего населения, которое голосовало, кто такой Олесь Бузина, не знал. И он а у них было с Жириновским, с Вольфовичем противостояние. И он так, поставил, что все думали, что они голосуют за Россию против украинских этих вот оранжевых, да? И только к концу передачи, где-то я постарался поспособствовать, народ начал это самое соображать, а, собственно говоря, кто такой Бузина. И там так и получилось. Вот в первой половине до выступления эксперта с нашей стороны все время побеждал, набирал Вольфович. А как только мы объяснили народу Бузина, кто такой, он начал больше брать голосов, но уже не успел просто. Передача кончилась. Вот. Ну вот сейчас я покажу этот кусочек. И для участников, я уже сказал, самое главное, значит, эмоции, и еще раз эмоции. Я там уже Олесе честно сказал, Олесь, ты хулиган? Я знаю, Олесь, хулиган как можно больше. Вот не ограничивайся. И Олесь, надо сказать, это дело, да, если кто видел, то иначе. Вот там это пополнить. Но народ ты не понимал, а что это вот украинский хулиган? Кто из него поначалу голосовал? И для секундантов, вот, ну, не важно, как тебя сейчас называют, эксперт, самое главное задать, конечно, неудобный вопрос. Надо думать, как задать такой вопрос, на который нет интернета. Дело не в том, что можно сколько угодно, там компроматно говорить и прочее, но если есть обмазка, то это все проходит в пыли. А надо выдумать такой вопрос, на который сложно ответить. Ну вот я, посмотрите, Вольфович постарался, надо сказать, мы с ним несколько раз стыкались вот в этих. Я думаю, ну сейчас он меня наесть, вот знаете, наверное. Не знаю, просто может мы знакомы еще с начала 90-х. Добрый вечер. В прямом эфире ток-шоу Владимира Соловьева «Поединок».
найти мирный выход из политического кризиса на Украине пока не приводит к ожидаемому результату. Уступки, на которые идет власть, не устраивают оппозицию и радикально настроенных националистов. Они выставляют все более жесткие требования и создают вооруженные формирования. Вариант силового решения конфликта становится все более вероятным. Какую позицию должна занять Россия? Может ли наша хата оставаться с края, когда решается судьба братского народа? Что будет, если к власти придут люди, ведущие Украину прочь от России? Январь 14-го – это разоблачение заговора против России всей Европы. И те, кто сегодня находится на Украине, уже 5 столетий уничтожают и русский народ. Ибо Украина – это западный русский народ. Это Киевская Русь. Никаких укров никогда нигде не было. У вас нет экономики, нет денег. Вы бесплатно жжете наш газ и насилуете, убиваете, оскверняете, издеваетесь над русскими. Мы этого терпеть больше не будем. Нет копейки в Украине. Не верьте Жириновскому, он не отвечает за свои слова, он нужно сказать, он демагог. Если сейчас бросите Украину, платить будете не 3 миллиарда, платить будете 150 миллионами российских граждан. Кровью будете платить, никакой Жириновский со своими словами тогда не спасет. У нас две страны, но один народ, украинцы и русские, не отличаются друг от друга. Не верьте Жириновскому, именно поэтому я, Олесь Бузинас, здесь, сегодня, в Москве. Мы продолжаем программу. Олесь, прошу, Олесь, прошу. И впереди выступает гость, у которых есть вопросы к нашим участникам. Прошу, кто желает. Добрый вечер. Владимир Жарихин, политолог. Вы знаете, ну, конечно, достаточно весело у нас идет эта передача. Одна проблема. Веселье на фоне той ситуации, трагической ситуации, в которой оказались наши соседи, наши братья. Украина, она в беде. А наши либералы знатные, Владимир Вольфович Жириновский, Ирина Прохорова, еще один либерал. Но я бы не ставил этих людей в один ряд. Я поставил, потому что они говорят одно и то же, ни копейки не давать. Да. Вот сейчас наших братьев, вместо того, чтобы им помочь подтолкнуть на краю пропасти. Владимир Вольфович, первый вопрос. Подтолкнуть или оттолкнуть от пропасти? Да нет, подтолкнуть, денег не давать, да, значит, сознательно на политический кризис наложить еще экономическую катастрофу. Вот что предлагает Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, вы понимаете, что таким образом, вот вы говорите, 20 миллионов человек придут в теплушки один раз в день кормить. Это наши русские люди из восточных и южных областей. Вы им такую судьбу предполагаете? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы, оказывается, вот тут в перерыве мы слышали, вы с Олесем даже когда-то ужинали. Вы что, не знаете, что Олесь это практически не просто Олесь и не просто писатель. На Украине это знамя сопротивления, и вы да не против него. Сознательно выступаете в нашей передаче. Совесть у вас есть, Владимир Борькович? Хорошо. Значит, мы здесь обсуждаем Россию, Украину. Ну, здесь Карина. 90% эмоций. Да? Я с вами уже больше часа, да, увидите, я человек спокойный, может, я даже короткий, распоясался, да? По-другому нельзя передача. А по-другому, так сказать, выпадаешь из этого градуса, который вот, так сказать, общий градус дискуссии. Ну видите, что сделал Володя, да? Он там сказал, там. Украина против России, как бы это, пальцем показал на Олесе, да? То есть он совершенно сместил, так сказать, ситуацию здесь. Вот. Ну, в общем-то, я так вот, так сказать, говорю, но я бы сказал так, что не всегда вопросы удается действительно какие-то хорошие задать. Я не всегда был доволен тем, как я задал вопрос. Здесь, мне кажется, получилось. А вот когда я с Марком Серёжевичем не получилось. Я уже забыл, против кого он там выступал, против кого-то я забирал. Так что это достаточно непросто.
И, кстати, вот, так сказать, поединок действительно прямой член, просто на Дальний Восток идет, а вот голосование, оно делается отдельно по Дальнему Востоку, отдельно по Сибири, отдельно по России, и накладывается это голосование. У меня даже однажды был случай, начальник позвал, сотрудник, секундант. Я жил, тогда жил на Преображенке, там до Останкино, ну, максимум 20 минут ехать. Я выехал за полтора часа. Первый и последний раз в истории, раз на Братырской улице стоял на ночь. И в итоге я вернулся на Преображенку, сел до метро, доехал до ВДНХ, там меня подхватила машина. В общем, я оказался в зале в тот момент, когда Соловьев должен был задавать вопрос четвертому секунданту, то есть мне, за полторы минуты до этого момента. Но это не самое страшное. Самое страшное, я же не знал, как шла дискуссия. И какие вопросы-то эти задавались, не задавались вообще. То есть надо было такие вопросы, которые точно не задавались. Ну, вот на всю жизнь теперь в Останкино я никогда на своем транспорте не езжу. Присылайте машину, если она опоздает, я не знаю. То есть вот, там, и просто придешь-то, вот надо трепетно относиться к прямому эфиру. Вот прямой эфир не прощает, так сказать, вот такого отношения. А, успею, а там, так сказать, доеду. И так далее. Это, что называется, святое. Ну и, наконец, вот с моей точки зрения, наиболее спорный все-таки формат, это ток-шоу «Право голоса», «Политика», ну, нет, есть им числа. Эти ток-шоу. И поэтому у меня до сих пор вопрос. Ток-шоу – это инструмент пропаганды или просто развлечение? Развлечение для, так сказать, начальства, которое с удовольствием смотрит, как там, так сказать, долбят или представители доблестного Киева, или представители наших либеральных поведенческих рядов. Развлечения для самих участников, чтобы на дому покричать. Так вот, когда они вот друг на дому кричали, а потом вместе сидели и чай пили, да? Но понимаешь, что дело? У вас все-таки в этом вот кругу, так сказать, политиков, мы же постоянно общаемся. Если мы будем, так сказать, постоянно, так сказать, на кулаках повести друг друга отношения, это невозможно. Поэтому не удивляйтесь, что я сам поначалу удивлялся, там, в начале 90-х приходишь в буфет Государственной Думы, там мирно пьют коньяк и разговаривают Ампилов и Ешенков. Но потом понял, что иначе жить-то невозможно. Невозможно в состоянии действительно непрерывной драки, непрерывного выяснения отношений, надо их оставлять, как может быть, то ток-шоу. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю всю эту глубокую стратегию сейчас привлечения украинских, массы украинских политологов на наш ток-шоу. Я даже потом подумал, что ладно связываться, даже договорился с «Известиями» написать статью, у меня заголовок уже хороший был, «Ковтун ТВ». Вот, понимаете, все-таки смысл, вот, и так, даже когда вот мы выясняем отношения со своими, между собой, ну, условно либералы, условно патриоты, да, условно патриоты, и то, я бы сказал так, что даже такие виртуозные ведущие, как, ну, честно говоря, Толстого, я скорее ценю как журналист. Вот, мне он нравился в качестве ведущего итогового времени. В качестве ведущего ток-шоу мне он не очень нравится.
А вот действительно виртуозы, как вот ведет право голоса, как ведет Соловьев, и то они зачастую теряют контроль над ситуацией. И просто, я представляю, ведь, ну ладно, у Соловьева действительно это самое, прямой эфир там, ну, с разницей во времени, все равно, без монтажа. Но вот право голоса идет с монтажом, и то они не могут вычленить, что было хоть чего-то, очередной раздел, какая-то каша, крики, кто чего говорит, непонятно и прочее. Мне кажется, все-таки взяли этот формат, это понятно, у англосаксов. У них другие традиции, у них традиции вот этих слушателей, адвокат против прокурора, да, вот это вот, вот сравнение мнений в такой, так сказать, в такой спокойной атмосфере, это у них это традиция. А у нас это свалку сразу превращает. То есть здесь, может быть, какие-то другие форматы. С моей точки зрения, наиболее, опять же, надо разобраться, а для кого, собственно говоря, делается ток-шоу? Вот политически, я имею в виду политически, не, так сказать, не Малахов, так, не Гордона, мужчина и женщина, а политически. Те, кто, так сказать, те, кто внутри политики, ну что нам с вами это интересно, не очень, да? Потому что позиции мы прекрасно знаем и тех, и этих, сто раз уже, так сказать, знаем, и знаем, что чего скажут, и так далее, и так далее. Людям, которые не очень разбираются в политике, это вообще не интересно, а вот чего? Для кого это делается? Они все время хотят продвинуть политику вот в таком виде, политику в широкие массы, через ток-шоу. Но широким массам это, мне кажется, неинтересно. И для этого делают развлекалочки. Публика в студии, какие-то там форматы. Вот эти гости почему-то с радиомикрофонами. А этим гостям подносят девочки, и ни в коем случае не возьми. Какие-то вот это, американские чисто форматные штучки, да? Это самое. Вот аплодисменты в студии, публика в студии и прочее. А с моей точки зрения, именно для человека политического, самое интересное и самая форматная передача, это что делать Третьякову, например. Сидит 6 человек и обсуждает всерьез проблемы. Никакого там, никакой там публики в студии, никакого голосования. Нормальный формат. Ему там был момент, тяготел вот Максим Шевченко в более таком камерном формате пытался делать, закрыли. Сейчас Минаев вроде что-то подобное делает на ТВС. То есть все-таки без этих развлекалок. Ну а когда развлекалки, вот оно получается. Опять 90% эмоций, 10% смысла. Очень сложная роль для ведущего. Надо сказать, некоторым кажется, что чем человек ближе по позиции к ведущему, тем с большим удовольствием он его будет приглашать. Сам билет не так. Ведущий, во-первых, для модернизации нужны те, кто будет занимать ведущую позицию. Поэтому они так не любят приглашать. Хотя, с моей точки зрения, политически это не делать. Давать пойду нашим либералам. Не пропорционально и влиянию общества. Дают, почему? Потому что относительно себя любимого есть плюс. И второе, они не очень любят, на самом деле, приглашать тех, кто занимает близкие к ним позиции. Потому что тех, кто занимает близкие к ним позиции, скажет то, что на самом деле приберег для себя любимого ведущего, который очень хочет. Вот сколько бы, так сказать, по профессии, казалось бы, надо занимать
позицию сверху, очень хочется свалку и там победить. Особенно вот у того же Володи Соловьева это видно, часто он срывается в эту позицию. Но это, мне кажется, все-таки это самый спорный и пока самый непроработанный, самое спорное, самое непроработанное слово политической агитации. Ну вот, например. Им заявляют о том, что они будут выходить там из СНГ и так далее. Это очень сильно нам навредит. Это опасно вообще. Самое главное, что мы этим, как бы нам ни говорили, там есть прецедент, есть прецедент, но все равно мы защитим людей, которые попросили нашей защиты. Вот это самое главное. И мы не позволим тех людей, которые попросили нашей защиты и попросили самым демократическим способом, то есть референдум. Другого варианта у нас все равно нет. Вот тогда пусть вы, коллеги, надумайтесь, как, а вот в этой реальной ситуации, как мы должны вести, чтобы нас пускали в игру, нам пожимал, очень просто, господин Макей, очень просто, и так далее. Расскажи, давай, да, пожалуйста, никто не против референдума. Надо интересно себя вести, помнить, что 73-я статья Украинской Конституции говорит о том, но изменять территориальную границу Украины можно только после референдума всего украинского народа. А мы здесь причем? А мы никуда не решили. Подождите, они поменяли действующую конституцию, хотя в действующей украинской конституции это не предполагается. Ну вот такие вещи. Не знаю. Мне кажется, все-таки им надо работать над форматом или все-таки комиссии этих политических ток-шоу давать. Потому что результат несколько странный. Хотя тут у меня, так сказать, был вот интересный момент. Меня пригласили в Сербию, а они тоже были председателями ОБСЕ. Ну, рассказать о ситуации, там они собирали своих лидерцев, дипломатический корпус, журналистов и прочих. Говорят, ну вот хорошо бы еще пригласить кого-нибудь из Киева, кого-нибудь из Донецкой республики. Ну, Донецкой республики им Брюссель сказали еще чем. Они у нас под санкциями. А вы там Евросоюз не что хотите? Хотим, но пройдите не хотите. В общем, в итоге остались я и Стивен. Я говорю, что позвать Стивен. В итоге я посоветовал, что позвать Вадима Карасюка. Вперед он давний знакомый, и у нас нормальный человеческий контакт. Во-вторых, у Вадима есть в сравнении с другими украинскими политологами нынешними. Типа Володя Фисенко, который теперь у нас шило сжёг, можно сказать, языком. То самое. Все-таки он как-то старается придерживаться формальной. На этом как бы можно было у нас заниматься. У нас там довольно занятная дискуссия произошла, они ее там освещали, они телевизор показывали, потом просил, так сказать, ток-шоу на двоих, там у нас было с ним. Они были в ужасе, как мы с ним ругаемся вообще. Говорим, да все это мелочь по сравнению с тем, что у нас там на нашем телевидении происходит. Вот, это самое. Я на чем его поймал? Я, так сказать, объясняю концепцию этого Минска 2. Вот многие, так сказать, Минск 2, ну, в общем, объясняют не так, по крайней мере, мне кажется. Вот, я говорю, что это на самом деле компромисс между Россией и Евросоюзом. То есть
Если реализуется Минск-2, все 13 пунктов, Украина ни в какую НАТО идти не сможет. То есть с Донецкой и Луганской республикой в своем составе. Но, конечно, Украина ни в какой Евразийский союз пойти тоже не сможет, имея в своем составе киевское руководство, которое мы фактически уже полностью признали в таком случае. То есть это между Россией и Евросоюзом компромисс. Евросоюз потянул Украину сюда, Россия попыталась потянуть сюда, Украина начала разваливаться. Ладно, Украина не трогает. Вот пусть она на своем месте посередине. Поэтому, Вадим, никакого НАТО, ты о чем? И вот тут Вадим начал говорить то, что сейчас, через месяц, начал говорить уже официальный Киев. А тогда они как бы опасались этого. А что это вы с Евросоюзом за НАТО решаете, где нам быть или нет? Мы хотим в НАТО. Я говорю, да вы же подписали это соглашение. Значит, мы его не будем выполнять. То есть они не принимают этот компромисс между Россией и Евросоюзом. То есть вот здесь редкий случай, когда не эмоции, а содержательная часть, но это все продемонстрировали в России. Продемонстрировали тем же силам, они лучше начали понимать, так сказать, им тоже казалось, что вроде там поровну и Россия не выполняет, и Минск, и Киев не выполняет, а здесь они поняли, что совершенно четко. Россия пошла на компромисс, Евросоюз пошел на компромисс, Киев и американцы на компромисс не пошли. И вот в этом самое, так сказать, это самое. И, а сейчас это уже все вот как бы вылилось и просветилось. Вот, на таких случаях, может быть, так сказать, имеет смысл. Только чтобы поговорить, но опять более камерно, мне кажется, составит. Ведь приглашают-то людей. Говорим. Я сам, как видите, говорил уже два часа. Это сам говорил, да? Каждый хочет сказать, каждый хочет выразить свою позицию. А времени мало. И значит, вот это начинается, вот это вот. Перетягивание каната и полностью теряется смысл. Кстати, в этом смысле, мне кажется, я ведь вот поединок не назвал проблемы с точки зрения политической пропаганды. Вот поединок в этом смысле, с моей точки зрения, ближе к достижению конечных результатов. Как вот публицистическая статья форматируется в условиях информационной войны? Плохо, тяжело. То есть все-таки, будучи политологом, в общем-то, каким-никаким ученым, да, там, в области общественных наук, хочется говорить с одной стороны, с другой стороны. Есть плюсы в этом, а в этом, но при этом есть минусы, да? Знаете, в автомобильный журнал, любой, даже самый шикарный автомобиль, как плюсы перечисляют, минусы перечисляют. Хочется так же, по каждому явлению. А здесь нельзя. Здесь надо включать черно-белое. Здесь надо, так сказать, говорить, что твоя позиция совпадает с позицией государства, ну или противостоящей. Зависит от того, на какой стороне боится коррупционный фонд, так сказать, без полуторов. Это мучительно для многих, для тех, кто привык все-таки к качественной журналистике, которая все-таки предполагает такой объемный анализ ситуации. И при этом понимать последствия, то есть опять чувствовать при этом себя, да, волонтером коррупционной войны, что может быть ты тысячу раз прав, но сейчас на эту тему надо помолчать, если не хочешь говорить то, что ты не считаешь нужным, то лучше помолчи. Это, конечно, сильно ограничивает свободу самовыражения,
сильно ограничивает свободу слова, да. Но не мы, к сожалению, своего начала. А она имеет свои законы. И, понимаете, вот почему я еще ополчился, да, вот, на привлечение украинских политологов? Ну хоть бы раз, хоть бы кто. Ну ладно, Украина, все, это отрезанная лава какая-то демократия, да? Что туда не приглашают. Хоть бы кто, немцы, поляки, хоть кого-либо из нас пригласили на свои ток-шоу. Ну, почему вы должны вообще, так сказать, заниматься пропагандой их взглядов и позиций, предоставлять эту привычку? Поэтому получается на войне, как на войне, что, конечно, так сказать, сильно ограничивает, сильно создает дискомфорт в, так сказать, в действии, в работе. Ну, такая наша нынешняя жизнь. Вот я, так сказать, свой монолог закончил. Очень надеюсь на диалог дальнейший. Спасибо огромное.